Итак, я думаю, что это, наверное, уже последнее видео будет. Хай! Я думаю, это, наверное, будет последнее видео. Вот такая красивая парикмахерская. Я чуть туда не зашла. Hello! I'm sorry. Итак, пошли дальше. Я уже думаю, все, не буду больше снимать, потому что, ну что снимать одно и то же. А оказалось, что ну столько интересных лиц. Ну столько вообще невероятных мужчин и женщин здесь ходят, что остановиться не снимать, это я не знаю, я потом себе никогда не прощу. Ну вот, например, один из представителей таких вот, где мой Ники? Вот дедунечка, вот я сейчас, вот он приехал сюда вот на этом желтом бешеном байке. Вот это вот безумие красоты. Где мой Ники? Are you on bike? It's your bike? No, it's not mine. Not you. Where is yours? you did not buy it still. Pardon? You have bike. Okay, I'm sorry. Я к нему подошла, говорит, это твой байк, вот этот красивый. Он говорит, нет, это не мой. Я говорю, а где твой? Он что-то мне стал показывать, я говорю, я, наверное, не поняла. Ну как вот таких пацанов можно не снять, таких вот красивых, таких, hello. Такой хороший. Ну как вот их можно не снять? Вот женщинам. Ну женщинам я руками махать не буду. Можно видеть, что большинство людей в хорошем возрасте. В хорошем такой возрасте уже. Есть, конечно, молодые ребята, но очень мало. В основном такие люди уже. Как бы кому за 21. Классные такие. Вау, такие тетяшка попы.